За аренду можно оплатить цифровой валютой. Компания Manager Go, создавшая цифровую платформу для аренды жилья, планирует принимать оплату в биткоине, эфириуме и лайткоине. Manager Go предоставляет услуги в качестве платежной платформы между арендаторами и арендодателями. Благодаря использованию прикладного интерфейса Coinbase, платежи, осуществляемые в любой цифровой валюте, будут преобразованы в доллары. Вице-президент компании Manager Go Хаим Ловенштейн сказал: «Мы увидели, что развитие платформы может вывести ее на новый уровень. Поэтому мы решили рискнуть».